Кто ответит за массовую расправу? Накануне в центре поселка Росташи обнаружили несколько трупов животных. Обезглавленные тушки и внутренности были разбросаны по детской площадке «Карандаши». Находка привела в ужас и детей, и родителей. Но самое шокирующее – в кровавом месиве местные жители узнали питомцев контактного зоопарка, который находится неподалеку. Они полагают, что его владельцы, подзаработав на бедолагах за лето, решили избавиться от ненужного балласта. Однако в самом зоопарке клянутся, эта провокация не первая за сезон. Екатерина Киселева сегодня выслушала все стороны этой истории, а также пыталась выяснить, есть ли хоть какие-то шансы найти в ней правых и виноватых. Контактный зоопарк «Бабушкин дворик» появился здесь, в самом центре поселка Росташи, в середине лета. И дети, и взрослые могли покормить и принежить кроликов и нутрий, лошадей, коз и даже диких свинок. Но как только первые холода дали о себе знать, зоопарк закрылся, а животные исчезли. Куда? Местные жители уверены, что знают ответ. Ну, практически вот, да, рядом с детской площадкой оставили в таком состоянии. На находку, которая шокировала весь поселок, первой наткнулась семья Елены. Престижный район, любимая площадка и кладбище домашних животных под ногами. Достаточно много, немало животных. Ни один, ни два, ни три. Как так можно с беззащитными животными? Я не знаю. Тяжело, конечно, все это очень. Но еще тяжелее стало, когда местные опознали любимых питомцев контактного зоопарка. Он, кстати, находится в 100 метрах от детской площадки. Тяжело было видеть этих животных после того, как на протяжении всего лета всей семьей приезжали, кормили. Детки маленькие, я не знаю, это как, насколько аморальный поступок оставить их здесь, чтобы детишки потом это видели, какая это вообще травма будет для детей. Здесь предполагают, когда сезон закончился, владельцы зоопарка подсчитали прибыль, а с ненужным теперь балластом просто разделались. Сами владельцы бабушкиного дворика готовы клясться, их животные живы. От встреч с журналистами управляющий зверинца не открещивался и о судьбе постояльцев повествовал охотно. Лошади, которые были в зоопарке. Леонид Лесневич рассказывает, чтобы заселить бабушкин дворик, живность брали в аренду, собирали по всей области. Теперь вот раздают владельцам обратно на каникулы. Мы животных как бы брали в аренду у частных владельцев. Они по Оренбургскому району в основном. Ну, часть даже в Донгузе есть и даже под Солилецком на Боевой горе несколько там. Мы там брали диких свинок. Всех животных племенных мы вернули на места. Кроликов мы несколько штук продали в Росташах. Ну, буквально 11 голов. Показываем управляющему жуткие снимки. Просим прокомментировать, опознать. Знаете, похоже на кроликов. Такие большие? Ну, вот мы таких вот примерно таких кроликов продали. Леонид Лесневич уверен, это ужасная история, очередная провокация. Ну, какой здравомыслящий человек стал бы потрошить своих животных, чтобы бросить на всеобщее обозрение? По его мнению, все дело в том, что контактный зоопарк далеко не всем жителям престижного поселка пришелся по душе. Решили свернуться, поскольку там местные жители были настроены категорично очень против. Им там что-то не нравилось. Объясняли-то они это вроде как запахом. Но запах, как бы, приезжала несколько раз комиссия в разное время, в разные, как бы, направления ветра. То есть всяко пробовали. Не было недопустимого ничего. То есть тут престижный там район, престижное там место, престижные дети. Но вот эти престижные дети, они вот с таким счастьем туда захотели. Так сможет ли кто-то разобраться в этой неоднозначной истории и найти виноватых? Мы обратились в прокуратуру с просьбой оценить ситуацию, вмешаться в нее и провести проверку. По распоряжению руководства прокуратуры области по данной информации будет организована всесторонняя проверка. И кроме того, прокуратура направит материалы, собранные в ходе данной проверки, в следственные органы для решения вопроса о возможном возбуждении уголовного дела, уголовном преследовании виновных лиц, которые допустили вот такой, с позволения сказать, аморальный поступок. Ну а пока будет проводиться проверка, контактный зоопарк «Бабушкин дворик» будет подыскивать себе новое пристанище. На этом месте что-то явно пошло не так. Конечно, мое солнце. Екатерина Киселева, Вадим Доминов. «Наше время».